уж играем в Call of Duty. Итак, первый. Давай открываем этот бомболюк. Говнолюк открываем, этот бомболюк. Чтобы сбросить бомбы. Вот так. Бомбы сброшены. Прямое попадание, капитан. Повторяю, прямое попадание. Пожарское бомбовое отделение. Дойл, поспей, где душитель. Так. Мы подбиты. Я не могу удерживать. Вау. Катапультируйтесь. Меня и так выбросило, неплохо. Посмотрите, сколько самолетов я собрал. Приходи к кума любоваться. Если в медалях. Даже на спине будут. Истинное значение мира понимаешь только благодаря войне. Косовар. Так, 2 сентября 41 года. По-моему, цель мы накрыли. К сожалению, проверить нам уже не удалось. Самолет подбили. Ну, это мы и так знаем. Где-то в Голландии 2 сентября 41 года. В 22:00. Как на ругательство похоже. Ну, светлячки летают. Так. Повстанцы? Кто вы? А какие повстанцы? Партизаны? Больше не доставит тебе проблем. Майор Ингрэм, ДО. Наши друзья из голландского сопротивления видели, как ваш самолет стал падать. Поэтому мы решили взглянуть на случай, если фрицы стали слишком любопытными. Возьмите оружие одного из тех мертвых фрицев и следуйте за нами. Мы должны перехватить важный поезд. Как только он будет найден, мы сразу доставим вас домой. Идемте. Идем. Так, бежим. Далеко бежать-то? Помогите сопротивлению. Да без проблем. Сопротивление. Немецкий патруль. Дойл, найди укрытие. Мы должны прорваться через лес. Дойл, держись поближе. Подождите, а как же? Разве тут ничего нету? Автоматов нет. Вот, блин, а нет, был один автомат. Да ладно. Ой. Тогда я должен его взять, стоять. Все. Теперь я почти счастлив. Теперь у меня еще и пистолет есть. Ха-ха. Ну, рассказывай. Впереди фермерское здание. Давай очистим его, чтобы никто не смог вернуться и охотиться на нас. Ты говоришь, как дичь какая-то. Так. А я их вижу. Они нас не заметили. Не стрелять. Подойдите как можно ближе. Понятненько. Ясненько. Тут...
Боеприпасы-то нигде не лежат. Да, и откуда? Все понятно. Где ты, падла? На. Всех перебили. Понятно, почему вот все еще. Так, 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 тут автоматов нету. Нету. Ладно. Так. Прикройте меня! Тихо. Тихо. Что это было? Я что-то не совсем понял. Что-то, конечно, было. Я ж вроде как... Так. Уничтожьте врагов в амбаре. Хорошо. Где вы? Где вы? Люди. Подожди, что? Пробейтесь к мосту, что вы сами уничтожили все? Ой, больше ныли. Вот так. Вот так. Куда? Здесь мы закончили. За мной. Подожди. О, аптечки взял. Вот они. Я знал, что они здесь должны быть. Хоп! В окно выпрыгнул. Хулиганю. Бежим, бежим, бежим. Не отстаем. Ну вот, на земле это всяко лучше, чем в воздухе там. Бегать кого-то там, налево, направо. Дойл, держись ближе. Это тебе не стрельба с 10 000 футов. Ты теперь пехота. Да я знаю. Умничать нашелся тут. К мосту. Нати. Что, есть? Где автоматы? Ага, вон из него мясо вылетело. Тихо. Вот так. Ой-ой-ой. Спокойно. Давай!
Почему вы их не убиваете? Почему я должен об этом заботиться? Об их убийстве. Так, возьмем. Спокойно, подожди. Шевелитесь. Все с оружиями, да? Патронов, оружейных у меня хватит. Кстати, знаете, сколько они будут весить, если вот так в таких количествах носить здесь? Оружие, пистолеты, автоматы. Ну, правда, жить захочешь, будешь таскать? Да не туши ты, как загнанная лошадь. Тихо, парни. Дойл, иди сюда. Мы должны пройти через этот туннель. Ожидается худшее. Все, что было раньше, просто пикник. Да, ну ладно. Блин, мне бы ту винтовку 10 зарядов, чтобы туф-туф-туф-туф хреначить. А не после каждого раза ее перековеркивать. Надеюсь, найду. На. Почему мне-то прилетело? Ну как так меня защищаете? Спину. На. Сейчас еще наверху вот он. Как нам его доставать? Давай, давай. Кого вы? Обойти их флаг, левый флаг. Их. Обойти их. Дурачок, у тебя был шанс жить, притворился бы мертвым, я тебя не стал бы добивать. Так, 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 проберитесь к мосту. Понятненько. Справа будет. А я его, кстати, даже не видел. Когда мы закончим, то встретимся на том гребне. Ну что ж, а я где должен ее закопать-то? Под какой колонной? Здесь не спуститься, да? Вот он, спуск. Вау. Да тихо ты. Ну чё за... Нахер. Все? Поезд идет, Дойл, быстрее! Да тихо ты. Быстрее ты меня сбиваешь.
Осталось две. На что ее мать-то? Ну. Что-то я не понял. И стрельнули в друг друга. Так. Так. Залазим здесь. Закрой рот свой. Закрой свой поганый рот. Могли бы сами все сделать. Мы должны взорвать эту штуку и уходить. И так уже. Блин. Группа подтянуться. Давай. Смотрим. Отлично сработано. Так как ты выполнил всю тяжелую работу, я окажу тебе эту честь. Давай. По моей команде. Конечно. Стойте! Стойте! Почему? Давай! Бум! А поезд перекинула. Прекрасно, прекрасно все. Да, это было грандиозно. И мы только что разбудили всех немцев отсюда до Берлина. Отступаем к фермерскому домику. Че, обратно? Ну, давай. Надеюсь, мне какой-то бонус полагается за это. Во-во-во-во-во. Сюда. Найдены боеприпасы, найдены. Так, если мы их обходим, значит мы не должны из них стрелять. А иначе просто бы прорывали, прорыв бы назывался. Делаем засаду. Так. Тихо. Кто там еще? Неплохо. Компанию валим. Все вроде. Что-то не понял. Кто-то еще что ли там есть? Мы только что отстрелялись. Какая тишина может быть? Черт побери, они все еще идут за нами. Разворачивайтесь и деритесь. Да без проблем. Шире.
Ай-яй-яй. О-о-о-о. Так. Группа подтянуться. Подожди. Группам подтянуться. Дай мне хотя бы боеприпасов набрать. Так. Давай пулю в живот кому-то. Хорошо, быстрее, пошли. Пойдем. Шевелитесь. Кто ты? Пулеметчик Инграм. Занял. Где еще? Ой-ой-ой. Так. Отправляйтесь к грузовику в амбаре. Блин, так ты сразу бы сказал, что нам нужен амбар. Так. Вот так. Нанеси. Уезжаем. Ты в сарай, там грузовик. Пошли, пошли. Да я здесь, здесь. Садись давай. Че, я за руль, ты за руль, кто? Все внутрь, шевелись. Запрыгивай, Дживс. Так. Будем помаленьку их уничтожать. О-о-о-о-о-о. Почему всегда на таких играх есть погони вот с этими машинами, что из машины стрелять надо обязательно. Так. Впереди немецкий грузовик. Съезжай с дороги и погаси фары. Спокойно. Проехал. Проехали вперед. Ну, фары-то мог бы и не зажигать сейчас. Воу-воу-воу-воу, водила. Давай, дави их. Господи, как мы ни в что не врезались. Так, вертолет. Вертолета, кстати, не придумали, потому что нет вертолета, которого сбивать. Это вот могло бы стать твоим будущим, если ты вернешься в Англию целым и невредимым. Ну что ж, на этом все. Жизнь всех людей заканчивается одинаково. Разница между людьми лишь в том, как они жили и как умерли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!